Здравствуйте, в эфире программа «В авангарде». Наш сегодняшний выпуск по большей части посвящен продолжающейся серии плей-офф между «Авангардом» и «Трактором», которая пока что дарит томским болельщикам гораздо больше огорчений, нежели позитива. А начиналось все 8 марта. Многочисленные поклонницы «Ястребов» пришли в арену Омск, рассчитывая на праздничный подарок от нашей команды. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы, и щеки девушек горят с утра. Румянцем. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. К разочарованию омских болельщиц подарок в этот день достался не им, а поклонницам хоккея из Челябинска. Впрочем, обо всем по порядку. Женские улыбки, смех, цветы и подарки. Все-таки 8 марта. И наполовину заполненные трибуны арены Омск. Первый матч серии никак не походил на напряженные игры плей-офф Кубка Гагарина. Изматывающие поединки с Сибирью Борысом позади можно поиграть без прессинга и сверхсиловых приемов, наверное, решили игроки обеих команд. Ну а советский комбинационный стиль лучше всего умеет показывать дружины Валерия Белоусова. Тем более, когда великолепно работает детская школа в регионе. Женщины любых возрастов всегда любили, да и продолжают любить молодых, высоких, сильных, перспективных и успешных. Валерий Нечушкин как нельзя лучше подходит для этих определений. Даже омские любительницы хоккея, всем сердцем переживающие за своих, не могли не оценить вот этот великолепный гол в исполнении Валерия. Он раскатисто протаранил омскую оборону в стиле Кузнецова, так что сам Евгений мог бы позавидовать. Да нет, почему он должен Коста стрелять? Я думаю, он только рад, и я рад, что он забивает. Все, то есть у нас нет такого вообще, то есть ни мысли, ничего. 2-0 уже в первом периоде стартовой 20-минутки. До юного вундеркинда отличился вездесущий Петри Кантиола при игре в большинстве. Авангард противоядия от челябинских разящих атак так и не нашел за весь матч. И не смог огорчить звезду мировых англоязычных новостных каналов после падения метеорита на Урале Майкла Гарнета. Оставив все стандартные «О май гад» в американских эфирах, он, казалось, стал настоящим уральским мужиком, который и способен остановить сибирских парней. Самый яркий момент у ворот Майкла за весь матч создал Заборский, но после метеорита канадца это вряд ли напугает. У нас был тяжелый 7-й матч в серии Сибирью, видимо, ребята не отошли от этого, но мы будем бороться. А трактор, видимо, отошел от борьбы с командой Кикунова раньше о мячей. Так быстро, что даже успел восстановиться Кузнецов. Он забил после Попова и до Кантиолы. 5-0 после первого матча. И омским женам, несмотря на праздник, впору спросить со своих мужей по всей строгости. Всегда они на то и жены, и девушки, чтобы поддерживать любой момент. Так что, ну, праздник есть праздник, но у нас своя работа. Не знаю, что там. Я не знаю, у меня есть жена, поэтому не знаю, что там будет. Услышав Калинина, на второй матч пришло больше болельщиков и еще больше преданных фанаток. Но все равно были пустые места на арене. Это как-то не характерно для мячей. Как и не характерно беззубая игра «Авангарда». Казалось, первая игра продолжается. И тактика команды не поменялась. Начал опять Валерий Нечушкин. Обыграв как школьников омских защитников, он спокойно разобрался с Карирама. Красота. Однако, как мудрый руководитель, Валерий Белоусов попросил не захваливать парня. Ну, то, что он забивает вторую игру, это хорошо. Потому что всегда ведь бывает, как против первого состава, который у нас все равно уже любой тренер, он смотрит и видит. Поэтому особое внимание этим хоккеистам уделяют. Может быть, здесь пока Нечушкин не здорово уделяет внимание такому, поэтому он, в общем-то, и забивает. В подтверждение слов челябинского наставника, омские решили не разбирать игру двухметрового гиганта. Надо решать проблемы всей команды. Не стоит персонально играть, просто, я говорю, каждый гол это наша... Мы сами отдали эти ошибки, эти голы мы сами им отдали. Почти 2,5 периода шла нервная борьба с обилием работы в обороне. Нечушкин и здесь был на первых ролях. Работал даже во вратарской стойке. Любимец омской публики, на глазах которого выросли и Попов, и Пережогин, и Курьянов, и Калинин, и Певцакин, и многие другие, знает, как помогать таким ребятам. Ребята хорошие и прислушиваются, спрашивают иногда мое мнение, поэтому я думаю, это хорошо, они пытаются развиваться, и это здорово.
Скромности работа. Если что, старшие товарищи поправят. Сам Валерий про свои заслуги говорить не стал. Он больше переживает за друга Максима Шалунова. Недавно операцию сделал, то есть через 2 недели уже кататься сказал будет. Думаю, что у него все хорошо будет впереди. То есть надо еще успеть назабивать шайб до его прихода? Да, почему? Всегда надо забивать, неважно, кто приходит, кто уходит. То есть, я говорю, мы команда, главное выигрывать. Ну то, как он забивает, не назовешь спешкой. Спокойно разобрали игроков в средней зоне, не дали раскатиться хозяевам льда и опять на длинных руках с добивания 2-0. И никакой звездной болезни. От кого? От Валеры? Нет, он простой парень, и я думаю, навряд ли. Но шайбу он носит, да, после тренировки? Вы знаете, у нас, как говорится, нет такой дедовщины. Кто первый тот взял, то последний тот унес. Поэтому, как говорится, все ребята равны. Ну, часто носит. Ну, получается, да. Спасибо большое. Тем более, когда в команде есть такие отличные мастера, как Кантиола. Петри буквально расстрелял своего соотечественника, обводить и мучиться не стал. 0-8 на 8 марта. Таков печальный итог стартовых матчей серии с трактором. Если у игроков «Авангарда» так тяжело складывающийся плей-офф в самом разгаре, то у их подрастающей смены, действующих обладателей Кубка Харламова «Омских ястребов», игры на выбывание еще только стартовали. Торжественная церемония открытия началась с вручения Кубка победителей регулярного чемпионата конференции «Восток». На начальной стадии наши соперники – «Кузнецкие медведи». Противник для нас неудобный. А мячи в этом сезоне проиграли всего лишь 8 раз, при этом 2 встречи именно новокузнецким сверстникам. Вот и стартовый матч у парней Евгения Карнаухова вышел, что называется, комом. Ястребы постоянно отыгрывались. 0-1, 1-2, 2-3. Спаслись менее чем за 1.5 минуты до финальной сирены. И все-таки в итоге дожали медведей в серии буллитов. Подробно, а еще только-только набирающим ход противостояние с новокузнецкой командой, мы расскажем в следующий раз. А прямо сейчас эксклюзивное интервью, которое дал нашей программе, приехавший на этот матч из Москвы, управляющий директор молодежной хоккейной лиги Дмитрий Ефимов. Евгений Карнаухов – прекрасный тренер. Я его очень хорошо знаю, очень уважаю. Считаю, просто великолепный специалист. И селекцию в команде делает очень хорошо, работает с командой великолепно. Я его наблюдал на протяжении вот этого последнего времени и наблюдал, как он команду вел в Бостоне. Там, собственно говоря, эту неделю фактически мы жили с командой, наблюдали все и тренировки, и игры. Я считаю, что в Омске великолепный тренер, очень сильная команда, дисциплина в команде. Особенно вот там в Бостоне, опять же, я обратил внимание на ту дисциплину, которую Евгений держит в команде. Просто это на меня произвело очень серьезное впечатление. Конечно, стоит. Да, конечно, было хамское отношение и судили предвзято. А что, в реальной жизни этого нет? А что, на чемпионатах мира нас так не судят? На Олимпиадах нас так не судят? Надо их вести туда. И именно для этого. Если бы там с ними, как с близкими друзьями, родственниками на льду бы общались, то вот тогда бы и не стоило вести. Конечно, и для того мы и везем туда, чтобы им там клюшками в бок давали, а чтобы они умели сохранять спокойствие, потому что... Почему за год до этого «Стальные лисы» проиграли? Потому что пацаны заводились, скидывали перчатки, бросались в бой, их тут же удаляли, они в меньшинстве получали, и в результате вот 3-е место. А дружина Карнаухова, их точно так же подначивали, заводили, провокации, все что угодно, грязно играли, а они олимпийское спокойствие хранили. В результате теряли контроль американцы, удалялись американцы, и мы им в большинстве забивали. Вот, так что обязательно, нет, я считаю, что для ребят это ценнейший опыт, а как же иначе? А где они будут учиться играть против грязных и сильных соперников? Омск нас очень тепло принимает. Начиналось это с губернатора Полежаева, потом это перешло к губернатору Назарову. То, что местная власть к нам относилась очень внимательно, с теплом, с поддержкой. Не говоря уже, конечно, о самом хоккейном клубе «Авангард». В руководстве этого клуба работают не просто люди профессиональные, еще работают друзья молодежной хоккейной лиги. У нас здесь очень теплый прием, нам действительно очень хорошо, комфортно работается. Я помню, что еще в самом начале президент КХЛ Александр Иванович Медведев, посмотрев, как прошел первый турнир, сказал, что первые 3 есть все основания провести в Омске. Поэтому так мы, собственно говоря, и сделали. Первые 3, вот сейчас 3-й пройдет в Омске, а потом дальше уже начнем двигать турнир по стране, потому что все-таки надо делиться. Потому что первую 5-ку забрали.
в главе с вратарем. Ребята просто потеряли, не знаю, 50% своей силы. Я считаю, что это было абсолютно неоправданно, потому что их же забрали не на какой-то турнир или не на важную игру. Их забрали просто на базе посидеть. Тот же Рейсвих сидел, просто смотрел игры с трибуны. Вот, это было очень обидно. Для меня до сих пор необъяснимо, непонятно, зачем это было сделано. Ну, что было, то было. Я соглашусь с вами. Конечно, уже, во-первых, действующий чемпион, да, повторил успех регулярки прошлого года. Вот даже сейчас приехала Кузня, там, по-моему, где-то около 8 ребят опустили из первой команды, да. То есть, как в том году, собственно говоря, не так просто Омск проходил, Новокузнецк. Я думаю, то и в этом году будет серьезная борьба. Но, опять же, все зависит от команды. По силам ли омским ястребам повторить прошлогодний успех? Абсолютно. Абсолютно по силам. Есть ли у них очень сильные соперники? Ну, о чем тут говорить? Стальные лисы очень сильны. Да, опять же, так случилось, первая команда закончила выступление. Сейчас они, равно как и команда высшей лиги, в которую они отправляли хоккеистов, возраста МХЛ. То есть сейчас стальные лисы, несомненно, очень усилятся. Не говоря уже на Западе. Атлант очень силен. Вчера игра с Ригой, 7-1 победили. Спартак в великолепной форме. То есть, кто бы не вышел в финал конференции на Востоке, кто бы не вышел в финал чемпионата в Лиге, очень серьезная будет борьба. И ястребам, конечно, отнюдь не просто будет повторить успех прошлого года, но возможно. Команда, как мне видится, в великолепной форме.